Коллеги, я еще раз попрошу прощения за свой голос. Я все-таки постараюсь хотя бы коротко сказать то, что я планировала сегодня сказать. Не очень получается, да? Все хорошо. Да. Вот. И, возможно, я кому-то сделаю не очень приятно своими словами, но мы же хотели о безопасности, да, и хотели о безопасности со всех сторон. И мы мечтали охватить максимум медицинских специальностей, ночное акушерство, закончу сестринским делом. И когда нам кажется, что эти проблемы нас не касаются, но больше 90% все-таки медицинских сестер – это женщины. И если у кого-то из нас нет с вами уже репродуктивных планов в силу возраста, то репродуктивные планы могут быть у наших родных, у наших близких и так далее. Ну, даже у наших соседей. И начну с грустной истории. Прошлая неделя у нас прошла под таким, знаете, новостным шквалом в акушерском сообществе. Алтайский край, пятые домашние роды. А в результате родов умерла мать и погиб ребенок. Все 5 родов принимал дома отец. 4 апреля в Крыму в результате после домашних родов через 30 минут остановило сердце новорожденного ребенка. Сопровождала роды выпускница нашего акушерского колледжа, которая на тот момент называла себя преподавателем йоги. А весной прошлого года в наш перинатальный центр в Санкт-Петербурге поступила женщина с мертвым ребенком на руках. Это были вторые роды, 24 года. И вторые – это были роды домашние, это были соло-роды. Со слов семьи, в них не присутствовал официально никакой сопровождающий специалист. На сегодняшний день мода соло-родов или онлайн-сопровождение родов захлестнула нашу страну. Даже не сколько соло-роды, сколько домашние роды, без сопровождения, с частичным сопровождением. И когда мы пытались понять причину этого явления, оказалось, что статистика, она, знаете, очень и очень такая коварная. Мы не можем посчитать, сколько наших детей рождается дома, потому что есть осознанное, да, есть случайное, а есть еще достаточно большой процент женщин, у которых не получилось дома, они поступают в родильный дом. И тогда вся ответственность за результат ложится на наших сотрудников, на моих коллег. Я акушерка, да, у меня есть разный акушерский опыт и руководство клиникой в том числе. Это статистика. Сегодня будет много цифр разных и официальных. Утром, собираясь к вам, я открыла новую статистику Росстата. Это вот последняя цифра за 22 год. Это свежая. Да, количество родов неуклонно снижается. Мы вошли, как вы видите, во второй русский крест, и у нас рождаемость значительно меньше, чем смертность. А это суммарный коэффициент рождаемости. Тут немножко не хватает цифр. Суммарный коэффициент рождаемости нам говорит о том, чтобы одно поколение спокойно замещалось другим, он должен быть 2,1. На сегодняшний день у нас мы не достигаем даже необходимого коэффициента. Мы не достигаем даже целевого показателя 1,7. На 2022 год он составил 1,416. Это чуть меньше, чем было в прошлом году. Тенденция не очень хорошая. Да, у нас есть регионы, где суммарный коэффициент значительно выше, да, где он даже приближается вот к тому замечательному, или даже выше, чем 2,1. Но это суммарно по Российской Федерации. При этом рождаемость снижается, а нагрузка на службы возрастает. Ведь у нас увеличивается число женщин позднего репродуктивного возраста. У нас достаточно высокое число преждевременных родов. У нас много женщин с экстрагенитальными заболеваниями. И вот эта вот отвратительная информационная волна, которая рассказывает, как плохо в родоспомогательных учреждениях, как плохо мы все дружно работаем для того, чтобы часть женщин привлечь, дать ей ощущение ложной безопасности, предоставляя услуги, которые не отвечают действующей нормативно-правовой базе. Но в этом есть и доля нашей ответственности. Когда я озвучиваю эти цифры, я всегда говорю, мы виноваты. Вольно или невольно мы несем за эти цифры ответственность в том числе.
Профессор Стародубов много занимался демографической ситуацией, рождаемостью, качеством оказываемой медицинской помощи. И вы видите, да, что для укрепления и сохранения репродуктивного здоровья все-таки должное качество службы родовспоможения играет достаточно значительную роль. Я заинтересовалась этим вопросом давно. Много исследований зарубежных, и особенно профессор Чалмерс проводил и в России. Оказалось, что когда я училась в акушерском колледже, акушерский колледж был соорганизатором исследований о качествах медицинской помощи в России. Да, это был конец 90-х годов. Помните, какое было непростое время. И он тогда еще говорил, это не по России, да, это результаты зарубежного исследования, не опубликованы официально на сайте Всемирной организации здравоохранения, что женщин имеет негативный опыт от рождения чаще, чем имеет позитивный. И он тогда предложил, да, провести исследование и выявить, что больше всего травмирует женщину в родах. По следам этого исследования профессора Чалмерса в 2019 году, я все время делюсь этими цифрами, мы провели свое исследование. За 6 дней мы собрали онлайн 1240 результатов. Коллеги, когда я проводила анализ, сказать, что мне было больно, это не сказать ничего. А мне потребовалось 3 дня, чтобы прочитать открытые вопросы. И, как я называю, медицинских проблем, да, ну, действительно, когда что-то пошло не так в плане действий, а медицинских, да, вот тех самых чек-листов, стандартов и так далее, больше негативный опыт. Это были человеческий фактор. И только посмотрите, ну, даже удовлетворительно по-хорошему оценки быть не должно. Мы оценивали, как повлиял опыт первых родов на дальнейшие репродуктивные планы. После первых родов оценку отлично нам поставила только 1/5 женщин. Ну, хорошо, чуть побольше, треть. Удовлетворительно и плохо, но это практически половина женщин. Когда был вопрос, что вам не понравилось, да, я не стала выделять цветом никак. Наверное, мы за последний год с небольшим, я была более чем в 20 регионах Российской Федерации, я имею такую возможность, как директор по профессиональному развитию Ассоциации медицинских сестер России. И во многих я была не только в перинатальных центрах, в амбулаториях, в родильных домах, в женских консультациях. Я много бывала на ФАПах. Но, конечно, это очень, ну, это все-таки родовспомогательные учреждения. Я не люблю быть пациентом, а еще меньше я не люблю сопровождать своих родных. Я вижу то, что не надо видеть, да, и тяжело это переношу. И сколько ни говори, что женщине нужно интимное пространство, что двери в родзал не должны быть распахнуты. Регулярно проезжая в регионы, и в Санкт-Петербурге в том числе, проходя через родильное отделение, я вижу распахнутые двери, и функционировать функционально для родов стоит, как правило, в зоне всей вот этой вот видимости. Мы нарушаем интимность процесса, мы создаем небезопасную среду. У нас, к сожалению, нет цифр по посттравматическому стрессовому расстройству женщин, имеющих опыт родов в стационарах. В Соединенных Штатах Америки эту цифру озвучивают до 300 тысяч. Те или иные симптомы ПТСР после того, как женщина вообще совершила свою основную миссию, да, какой травмирующий опыт оказывается. Сейчас большинство того, что у вас перед лицом, является рекомендацией к тому, чтобы так не делать, прописанных в клинических рекомендациях по ведению нормальных родов. Но тем не менее, мы бесконечно натыкаемся на то же самое. И те отзывы, которые приходят от моих коллег, а теперь мне стали писать пациенты, они говорят о том же, что все равно сохраняется и ограничение движения,
и ограничение питья в родах, что является необходимым, физиологически необходимым для нормальных родов. Это, к сожалению, и ограничение принятия удобного положения, не травмирующего для женщины, во втором, самом ответственном путужном периоде родов. Мы бесконечно на это натыкаемся, что невозможно позвать на помощь, что не везде есть прекрасные кнопки. Ведь акушерство, оно же считается такое, знаете, самое радостное, розовые пони, прошу прощения, единороги, и все такие счастливые, выходит мама с ребенком, и мы несколько расслаблены. У моей выпускницы некоторое время назад, я преподавала в акушерском колледже, у моей выпускницы, которая отработала буквально несколько месяцев, в родах умерла женщина на руках от разрыва сердца, от разрыва сердечной сумки. Это было не диагностированное, да, состояние никак, непредсказуемое. И мы не всегда заточены на ту как раз, ну то, что это в сферах, не планировала этого говорить, да, это в сферах тех вопросов, которые прозвучали до того, как. Но чаще всего все-таки это человеческий фактор, это властное, достаточно жесткое обращение женщины в самый ответственный и самый такой период, когда она нуждается в поддержке и в любви. Да? Мы ведем себя по-другому, не так, как ей это необходимо. И когда мы говорим, откуда берутся желающие родить дома, понимая, а иногда не понимая, потому что им создают еще раз ложное ощущение безопасности. Я вчера, мне прислали очередное видео из Инстаграма, где человек, который не имеет никакого образования, ну, мало того, что этот человек берет миллион за сопровождение в течение года, включая онлайн сопровождение родов. Это то, что на ее официальных, условно, да, официальных страничках информация, как она говорит, и вот это ерунда, и вот это ерунда, и вот это ерунда, перечисляя все эти факторы, которые, если не дай бог, возникают в родах, у нас есть от 3 до 10 минут, чтобы спасти жизнь иногда обоим участникам процесса. При остановке сердца, например, во время беременности, мы должны извлечь ребенка на 4-й минуте в том месте, где это произошло, если сердце не запустилось в ближайшие 3. И у нас есть рекордсмен по этой истории, перинатальный центр в Санкт-Петербурге, где уже не одно было посмертно, это называется кесарево, уже, по-моему, 4, и все выжили. Посмертно имеется в виду, да, после остановки сердца. И они за счет слаженного действия, вот этого, за счет отточенных механизмов во всех этих 4 ситуациях спасли и мать, и ребенка. Вот оно, да. Да, у нас всего лишь 10%, но это, коллеги, 19-й год. Когда случился ковид, волна домашних родов захлестнула страну. И в Санкт-Петербурге, я знаю нескольких домашних акушерок, я очень негативно отношусь к этой истории, так, ну, некоторых я люблю лично, но к самому процессу крайне негативно. Они мне говорили, знаешь, это какой-то дурдом, потому что их, этих домашних заявок столько, что мы передаем друг другу. Я говорю, вы все сошли с ума. Не дай бог, при разрыве одной маточной артерии у нас есть 7 минут, чтобы спасти женщину. Я говорю, ребята, друзья мои, а если, не дай бог, при плевистом прикреплении пуповины у нас оборвется вот этот вот сосуд в пуповине, 1 из 3, мы потеряем ребенка в считанные минуты. О чем вы говорите? О какой безопасности домашних родов? Но тем не менее, в результате наших действий в родильном доме в первый раз тогда 10%. Сейчас, я уверена, этот процент больше. Что делать? Почему происходит? У нас очень низкий уровень перинатальных знаний. Я ругаю себя. Я те же самые слова говорю нашим коллегам. Мы не пишем, мы не объясняем, мы не говорим даже в узком профессиональном кругу. Коллеги, задумайтесь. А к беременности нужно готовиться. Беременность нужно грамотно сопровождать. Нужно готовиться к родам. Это серьезный процесс. Даже в клинических рекомендациях по тазовым родам, ну, ведение, да, беременности, родов в тазовом предлежании плода, на результат прям
Да, цитата. На результат родов влияет подготовка к этим самым родам женщин. Но это не прямая цитата, да, это смысл. У нас на рабочих местах вот это вот бережное акушерство, исходя из тех клинических ситуаций, да, вот из тех клинических рекомендаций, которые есть, к сожалению, не выстроены настолько, насколько нам бы всем хотелось. Вы знаете, я один раз попала в смешную историю. Я заказывала в родильное отделение, смешное в кавычках, жалюзи. Ничего, я немного времени занимаю. А жалюзи были в родильном зале вот такие вот. Знаете, вот, вот. Ну, там красивенько, а здесь вот так. Вот такой подоконник. Вот там кровать для родов. А там клиника, где в основном мужчины. И эти два окна разделяют, ну, наверное, 20 метров. Я заказываю жалюзи вровень. Мне говорят, все, Юлия Владимировна, что вы делаете? Все жалюзи оборвут. Я говорю, почему? Ну, они же виснут. Я говорю, ну, женщины не в своем уме. Они не виснут на жалюзях. Они опираются на подоконник. Почему они должны вам оборвать все жалюзи? Я говорю, ну, там же мужчины. Мне аргумент. Ну, они же там насмотрелись. Я говорю, ну только мы здесь об этом не знаем, потому что она к нам пришла первый раз. И когда мне рассказывают историю, как женщину переодевают в рубашку для родов в коридоре на стуле без ширмы, у меня, знаете, думаю, как? А потом я вспоминаю, как я своей подруге сказала, я говорю, что ты стесняешься? Ну, мы переодеваемся в замкнутом пространстве, она там что-то. Я говорю, что ты стесняешься? Ну что, я не знаю про женщину. 20 лет в акушерстве. А потом думаю, да, ты у нее приняла 2 детей, но она женщина, и она имеет право стесняться даже тебя. Вот когда мы забываем, где эта граница, безопасность пациента и бережное к нему отношение и к его человеческим потребностям, я думаю, что каждый из вас видел открытые двери в процедурный кабинет, да, где производятся инъекции, и не всегда внутривенные. Одна из причин – это и профессиональное выгорание. Нам сложно радоваться всегда. Я искренне восхищаюсь онкологическими сестрами, всегда это говорю, потому что, наверное, столько боли, сколько вы через себя не пропускает никто. Но у нас это тоже бывает, потому что женщине в родах непросто. И в какой-то момент я заметила, как мои студенты спросили после практики. Вопрос был грубый, но у меня группа была. Половина взрослых, имеющих опыт собственного материнства. Они меня после практики спросили, Юлия Владимировна, а когда вот как люди превращаются вот в тех, кого мы видим? Я говорю, год. Прошло время. Человек устроился на работу, мать 3 детей. Она мне звонит и говорит, 7 месяцев отработала, 7,5, почти 8. Ну, рассказывает, и вдруг звучит слово «тетка». А я категорически этого не приемлю. Я говорю, стоп. Я говорю, отматываем назад. Я говорю, сколько работаем? 8 месяц. Я говорю, сколько я сказала, пройдет. Она, ой. Я говорю, следите. Сам за собой, каждый свой шаг, чтобы не потерять человеческое лицо в этом процессе. Это иногда важнее даже, чем навыки. У нас очень грустно с нормативно-правовой базой. А не в одних, в одних только клинических рекомендациях по акушерству есть хотя бы в целевой аудитории акушерка по ведению нормальных родов. Но там слово «акушерка» встречается 3 раза. Целевая аудитория – 1, 2 – проверить, закрыты ли форточки и двери, чтобы не было сквозняка при рождении ребенка. А 3-й раз – приложить компресс на промежность, чтобы разрывов не было. Я говорю, лучше бы вы вообще ничего не писали, чем это. Когда я готовилась в прошлом году к той же конференции по онкологии, я читала ваши клинические рекомендации. Нет медицинских сестер. У анестезисток даже самые уходовые методические рекомендации. В целевой аудитории нет медицинских сестер. Мой любимый пример.
Клинические рекомендации по анафилактическому шоку. Вопрос, который я задаю всегда. Помните стандарт качества. Адреналин вводим в течение минуты при проявлении признаков анафилактического шока. Целевая аудитория. Все врачебные специальности, ни одной сестринской. 80% анафилаксии случается при введении лекарственных препаратов. Прибежит доктор в течение минуты, даст распоряжение, да, рекомендации, что ввести. Однозначно нет. И я очень надеюсь, что мы пройдем через Минюст, и сейчас идет на рассмотрение новый профессиональный стандарт «Медицинская сестра». Мы много лет над ним работаем, ну, лично мне это досталось последний год. И там, я очень надеюсь, появится фраза, которая нам с вами спасет нервы, а человеку спасет жизнь. Применение медицинских препаратов и изделий медицинского лекарственных препаратов и применение изделий медицинского назначения при оказании медицинской помощи в экстренной форме в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами. И тогда не будет вопрос, я знаю, я умею вводить или нет. И тогда никто, стоя на ЛКК, а если кто-то был на ЛКК, но я надеюсь, что у вас немножко по-другому эта система, или перед следователем, который посекундно сверяет, кто где был, то, что делал, да, если вдруг возникает какая-то серьезная ситуация, мы будем знать, что мы сделали все, и мы сделали, исходя из наших нормативно-правовых документов. Ну и, конечно, это низкий социальный уровень профессии, это проблема. И это не про, вернее так, это не только уровень заработной платы. Вы знаете, что с 1 сентября этого года мы все учимся на год меньше. Благодаря борьбе Ассоциации медицинских сестер России мы акушеркам отбили не год, а чуть меньше. Вместо 2 лет они будут учиться 2 года и 8 месяцев. Но потому что невозможно воспитать, вырастить, знаете, сформировать профессиональный стержень вот так вот на бегу, чтобы человек был встроен как, знаете, такая целостная личность в систему оказания медицинской помощи. Его нужно растить с первого шага. Я уже последние годы все время говорю, каждого входящего студента берите за руку, ведите с собой сквозь профессию. Иначе, друзья мои, через 7 лет от нас с вами ничего не останется. Вот я все примерно сказала. Заинтересованность в последипломном образовании есть, наверное, у 2-3% от медицинских вообще специалистов сестринского звена. Как только нам дали 144 часа, мы решили, все пойдет по накатанной. А как по накатанной? Не знаю, как у нас было так. По одному и тому же конспекту каждые 5 лет. Это только странички перелистываешь, головой киваешь. Все то же самое, все то же самое, все то же самое. У нас, не знаю, опять же, как у вас, но у нас очень сильны традиции учреждений. И в некоторых медицинских организациях или в регионах профессия сжимается, сжимается, сжимается. На меня так обиделся один из врачей-акушеров-гинекологов в Тюмени. Он прям, знаете, он прям обиделся. Такой взрослый, крупный, корпулентный мужчина, такой прям, и он вот так вот прям, да, потому что я сказала, что мы только что приняли ребенка, почему вы акушеркам не даете принять послед? Ну, там же столько нюансов. Я говорю, ну, то есть жизнь и здоровье ребенка – это меньше нюансов, чем послед. И он прям, знаете, намухорился и в перерыве ушел. Ну, думаю, ладно, а у нас действительно так. Есть родильные дома, где акушерки запрещают отвечать на вопросы женщины. Знаний не хватает. Катастрофически, видимо. Я таскаюсь, честно, на каждую конференцию с этими слайдами. Я очень хочу, чтобы нас услышали и увидели вот эту проблему собственными глазами. Это количество акушерок на 10 тысяч женского населения. Про проблему я вам сказала. Акушерка – это не только родзал. Акушерка – это еще и женская консультация. Обращаемость в службу, да, гинекологическую выросла более чем на 30%. У нас со здоровьем не очень, да, требует больше все-таки внимания. И это хорошо, мы стали о себе заботиться с одной стороны, с другой стороны, это не всегда забота, а проблемы. А теперь вообще весь сестринский персонал. За 22 год цифры будут в ноябре. Прием в училище растет. А на местах нас все меньше и меньше.
Вот он, кадровый дефицит. Но это только одна сторона медали. У медали есть вторая сторона. Как мы считаем потребности в персонале? Да, кто организаторы здравоохранения знают? У нас, например, 4,5 ставки акушерки на 20 коек, там, например, или на 2 родильных зала. То есть на 4 родильных зала у меня будет 9 акушерок в родильном отделении. И сутки через трое я их не поставлю по 3. Мне их просто не хватит. Всемирная организация здравоохранения говорит: одна родильница, одна акушерка. У нас иногда не то, что одна родильница, одна акушерка, а ты, в общем, лиц не запоминаешь. Ну, в общем, как и пациентов. Да? Когда у нас одна медицинская сестра, есть нормативы одни, но потребности у пациентов другие. И когда мне говорят, мы не можем, я говорю, я ненавижу вообще ходить сопровождать кого-то, потому что все время, ну, ты же умеешь, как ты не сделаешь? И когда я говорю, помогите, пожалуйста, соседку посадить. Мою маму недавно прооперировали, а соседка у нее была лежачая совсем. После оперированной травмы, перелом шейки бедра. А мне говорят, нам некогда, некому. И кто ее держать будет? Я говорю, вы мне ее помогите посадить. Я ее сама подержу. Но потому что им действительно некогда. Потребности другие. Коек 20, но этих 20, может быть, 18 ходячих, да, а может быть, 10 всего, и ты физически не сможешь, да, оказать пациенту такое количество помощи, которое необходимо. И вот этот вопрос, да, не только в акушерстве так. По данным РБК, этот опрос был Росстатом проведен в 2018 году, а РБК на своих порталах разместила в 2019. 38% наших пациентов, обратившись в медицинскую организацию один раз, во второй раз оттягивают этот визит максимально долго. Я думаю, у каждого из нас, наверное, есть любимый врач, к которому он пойдет уже когда совсем все будет грустно. Ну, разные специальности, разные направления. Не удовлетворяют работы медицинской организации. И мы прекрасно знаем, и да, и прозвучало это в сегодняшних докладах. Иногда это нарушенные коммуникации. Неумение сказать, неумение объяснить, неумение просто подсказать. Когда я слушала доклад Ольги Николаевны про падение, я просто берегла голос. Мне хотелось сказать, мы все время говорим «падение пациентов». У меня на глазах в огромном городском стационаре пришедшая забирать свою маму, визитер, да, женщина, упала так, я думала, она не встанет. Меня восхитила, в кавычках, неслаженность работы персонала. Ей никто не оказал помощь после того, как ее подняли. Ее подняли, ну, естественно, помогли встать, ее отправили на диванчик, а это было совсем, знаете, далеко от того места, где она упала, а там ей стало плохо, потому что это была черепно-мозговая травма. А поэтому любой входящий к нам, он имеет такое же право на безопасность, как и все мы. Но и мы в том числе, с чего мы начали. Сил, нервов, времени нам не хватает иногда на то, чтобы оказывать ту самую качественную помощь. И учиться. Учиться на самом деле очень важно. Человек, который занимается, да, самообразованием, саморазвитием, выявлением дефицитов собственных, профессиональных, может быть, общих компетенций. Он не просто уважает там, да, какое-то уважение, это же не очень такое простое слово, оно очень емкое. Это уважение к себе, это уважение к профессии, это уважение к себе в профессии, а профессии в себе. А, ну, это про акушерок, но мне кажется, что если вместо акушерки поставить медицинская сестра, или сестринская профессия, любая, да, эти слова будут по отношению к нам абсолютно валидны. Медицинская сестра – это не просто специалист. Вы знаете, как один раз мне кинули, да что вы там, специалисты по клизмам. Меня это так возмутило. Я говорю, а вы попробуйте, да, и по клизмам тоже.
Попробуйте лежачему пациенту, женщине в схватках, если это необходимо, старому, больному или очень-очень маленькому вот эту вот процедуру провести, про которую вы кинули. Мы специалисты в своей отрасли, и мы свою работу должны настолько хорошо знать и уметь делать, чтобы каждый входящий к нам говорил: «Боже мой, как у вас хорошо! Я к вам еще приду». Здоровый, ну хотя бы для того, чтобы сказать спасибо. Вроде бы такие не связанные вещи, но на самом деле они очень и очень, наверное, мне кажется, должны звучать именно в этот день. От того, какие мы, как мы и себя бережем в том числе, зависит, какую безопасную, не просто качественную, а какую самую главную помощь мы будем оказывать нашим пациентам, независимо от пола, независимо от возраста, независимо от того состояния, в котором он к нам обратился. Если у вас есть вопросы, я вот таким же голосом готова на них ответить. Спасибо вам большое.